Здравствуйте, здравствуйте. С вами снова Ваня, 66-я серия of the Month 6-го. Что бы это ни значило, не ищите никаких символов, лучше ищите символы снаружи себя. Так, я проапдейтил Майнкрафт, ну вообще модпак на версию... Ух, насколько же я ее проапдейтил-то? На 1.5 я ее проапдейтил. И у меня пьедестал начал приносить экспу. Вот это вот жуткая чпокающая машинка. Это значит, что нужно немедленно взять experience обелиск. Я не думаю, что... Кстати, демагнетайзер почему-то у меня этот самый experience не отбирает. Что будет, если поставить сюда? Ничего не будет. А почему так? Очень интересно, куда быть в этой машине... поставить экспу так, чтобы она собиралась. Ну, я думаю, что примерно сюда, потому что у нас процесс происходит именно здесь. Но экспа идет мне лично. А вовсе не в экспириенсе обелиск. Ну, ладно, на самом деле, экспа — это экспа. Главное, чтобы не забивала мне мой инвентарь. Что у нас произошло? Пчелы. Пчел надо выпустить. Говорят, у нас опять произошла какая-то фигня с пчелами. Пчелы опять стали невалидными. Их надо пересоздавать. Бьюсь я с этим самым пересоздаванием пчел. Также я куда-то потерял хоткей для Large Backpack. Но это не самое страшное. Я уже сходил в ядерный реактор и немножко его прав... Что это такое дали мне? Ну, крыска сдохла. А, судя по всему, сюда свалилась крыска сверху. С ядерным реактором все печальненько. Я его разогнал до 112. Больше у меня содиума для него нету. А может быть, у меня нету ни содиума, а может быть, мне нужно делать еще одну трубу. Кстати, давайте проверим этот самый интереснейший факт. Так, нет, палочка-проверялочка у меня теперь... Я совсем запутался в своих хоткеях. У меня их очень-очень-очень много. Нет, палочка-проверялочка у меня вот в этом сундуке должна быть. Вот в этом бэкпэке. Синенькая такая, маленькая. Или же я ее потерял. А, стоп, она вообще у меня в руках. Здесь. Травпут свободен. Можно еще потравпуть. Здесь тоже 6300. То есть вообще не проблема. В буфере пусто. То есть трубы меня не смущают. Может быть, меня смущает... Нет, пар меня не смущает. Вода... 223 из 256. Но это как бы еще терпимо. То есть, что у меня случилось с бойлером? Ой, structure of glass теперь, судя по всему... Да, structure of glass теперь прозрачненький. То есть, имеет connected texture. Что, прикольно, прикольно. Энергии мало. Производится мало. Только мне нужно-то, мне нужно-то до черта этой самой антиматерии, как казалось. И все, две штучки. Так. У меня начала копиться махоу. Это потому, что я поспал. То есть, ну да, судя по всему, она на что-то тратится, но она у меня и копится. То есть, если поспать. А также хорошенько поесть. Так, что мы будем делать сегодня? Так как я потерял хоткей для бэкпэка и не могу его найти, я нашел другой хоткей. Давайте себе немедленно сделаем страшную дурмашину. Можно ли воспользоваться вот этой дурмашиной? Вопрос, а можно ли отсюда вытащить латекс? Тут всего 8 ведер, конечно. А это серенькая, а у серенького здесь нет. То есть вытаскивать его, наверное, нельзя. Но давайте попробуем, вдруг у меня прокатит с ведрами. Бацкет, понимаешь ли. Дайте нам бацкет. Получится ли у меня вытащить вот эту жижу отсюда? А, да, получается. То есть мы говорим, что временно ничего не экспортировать. Забираем все, что есть. Тут ноль этих самых бакетов. Это мы заливаем все обратно. Как удобно заливать-то, оказывается. Так, а берем мы пару ведер пинг-слайма. Так, мы будем делать себе Infinity Backpack. В моде Industrial Foregoing есть много чего Infinity. Например, Hammer. Infinity Saw. Можешь все сделать. Infinity Drill. Infinity Trident. Infinity Trident. Infinite Fluid Storage Disk, который я так себе и не сделал. Infinity Charger.
А вот нужно ли его делать? Но мы сейчас разберемся. Насколько я помню, эту штуку надо заряжать энергией и биотопливом. Мне бы взять биофьюэл. Ну, ладно, для начала нужно сделать вот это. Дайте нам, пожалуйста... А, не отсюда. Дайте нам, пожалуйста, 3 золотых шестеренки. Одну алмазную. А зачем мне 2? И нам нужен Common Black Hole Unit. Ага. 2 юнита и 2 танка. Дайте нам, пожалуйста, 2 юнита. Раз, два. Из правильного пластика, да. И 2 танка. Та же самая история. Чпок, чпок. Так, теперь мы можем спокойно сделать себе этот рецепт. Интересно, он сюда shift-кликнется? А, нет, он сюда не shift-кликнется. Так, чпок, чпок, чпок. А, и 2 ведра. Зачем я так делаю? Когда можно спокойно заливать ведра сюда. Так, процесс пошел. И ведро куда-то уехало. Так, сейчас к нам... Вот он едет, наш красавец. Сейчас он доедет до сундучка. А, я не успел его стырить. Так, и он называется Infinity. Что такое Infinity? Вот он начал заряжаться. Ну, я знаю, куда сейчас денется вся моя энергия. Пауэр у него, конечно, до черта. У него есть по миллиону ведер. А почему эссенция? Он собирает экспу, которую я получил, или чего? А, давайте проверим. А, если я буду стоять рядом с этой дикой машиной, он собирает эссенс, зараза. А как потом? А как потом это обратно в экспу превращать? Я бы не хотел, чтобы что-то превращалось в экспу из Industrial Forgoing'а, с ней делать нечего. Так, item and XP, автопикап, не хочу. Да. Charging enabled, магнит. Есть магнит еще. Так, сюда попадает какая-то энергия. То есть его можно как батарейку, судя по всему, использовать. Ну, судя по всему, именно это мы и будем делать. Батарейка у нас тут есть правильная. М. А он заряжается вообще? Ну, судя по тому, что он жрет всю энергию, которая у меня только есть, он, конечно, заряжается. Тысяча милливёдер биотоплива. Да, эти все машинки потребляют РФ и биотопливо. А он у нас... А он у нас, судя по всему, хитрый бэкпэк. Он у нас, судя по всему... Интересно, смогу столько вообще РФ добыть? Он уже легендарный, то есть он уже очень мощно зарядился. Но он будет высасывать у меня, конечно, энергию. Давайте ему чарджинг запретим. Вот он у нас не чаржится. И энергия сюда может попадать. Ну, то есть это максимальный бэкпэк, который можно. Но, насколько я понимаю, если я, например, сейчас возьму наши бакеты и запихну все это дело в Infinity бэкпэк. А так нельзя? Да, вот они вот так вот стекаются в нем. То есть это данк. Это тупо данк. Это было бы очень круто, если бы у меня не было данка. Но это абсолютно не круто, учитывая, что данк у меня есть. Так что надо поставить этот бэкпэк где-нибудь в зале славы. Ну, зал славы у меня, конечно, наверху. В зале славы бесполезных вещей. А его нельзя shift-клик, там клик? Нет. Ладненько. Так, ну, в общем, вот есть вот такой вот бэкпэк. Его можно зарядить, кстати. А зачем ему, интересно, биотопливо? Он, наверное, на нем вырабатывает энергию, правда же? Да нет, энергии у него до черта. Флюид. Непонятно какой. Флюид эссенс. Им наверняка можно собирать нефть. Надо проверить. 5 ночи. Ой, затмение луны. Такс. А, где-то у меня была нефть. Наверняка ведь есть нефть. Она в этом мире везде. Вот куда ни ткнись, будет нефть. Такс.
Смотрите, какую чепуху я увидел. Это ж летающий хэт, самый храм. А, нет, он не летающий. Он стоящий на... Я не знаю даже, как это называется. В природе такого не бывает. О, вход в рудник. Что-то я нефти не вижу. Ну, нефть обычно бывает на равнинах. Где-нибудь здесь, даже ниже. О, за на халяву нашел биом из Integrated Dynamics. Вот здесь должна быть нефть, я знаю. Где тут в таких местах она есть, да. Ура, я научился чувствовать нефть по запаху. А shift клик нельзя? Ага, нельзя. То есть он не работает. Он так не работает, зараза. Но я знаю, что так работает. Придется все-таки искать хаткей для того, чтобы запустить мою вот эту машинку. Так, я вас слышу. Так, где-то у меня был танк для этих целей на Frequency One. Ух ты, сколько здесь нефти. Вот так лучше. Ну, в общем, бэкпэк оказался, конечно, крут. Он очень крут, если бы не было данка. А с данком он, конечно, не очень. Самую крутую вещь, это я видел где-то, по-моему, в скайблоке, что ли, в каком-то. Это ремень, который тебе вот сюда вот добавлял, вот именно Inventory Space. Тебе не надо было открывать его, а ты просто открываешь себя, и у тебя огромное все. Это был ремешок с какими-то эндер-карманами, что ли. Так, нужно установить вот этих товарищей, нужно понять, куда девать вот это барахло. И, 9 миллионов уже. Ну, понятно, что сюда. И надо понять, зачем я вообще сделал весь вот этот вот аддотчик. Аддотчик работает, здесь все хорошо. Ну, видимо, для того, чтобы производить перегонку нефти. Но перегонку нефти я делал для того, чтобы сделать себе спид-апгрейды для этой фигни. Ну, еще, ну, вот эта история была для того, чтобы зарядить таблет, для того, чтобы купить себе того, чего нужно для вот этой вот фигни, чтобы вот это сделать, чтобы сделать себе сложные трубы. А из сложных труб я смогу... Да, вот здесь вот чуть такое. А он теплый, да? А он температура 27 градусов, это вообще жара. Так, ну ладно, он пластик не остужает, но пластик нас пока не очень интересует. Хорошо. Я починил себе хоткей, и теперь у меня есть нормальный бэкпэк. Насколько я помню, для того, чтобы нормально производить бесконечные штуковины, ну то есть это как креатив штуковины в этом модпаке, мне нужно дождаться, когда у меня будет довольно много антиматерии. А еще мне нужно довольно много вот этих самых незелитовых инготов, которые у меня есть вообще. Вот которые делаются вот так вот. Как они называются? Они FireRite. Сколько у меня этих FireRite-ов? Феррилитовых инготов у меня ноль, потому что все феррилитовые инготы, которые у меня должны быть, лежат наверняка где-нибудь здесь вот внизу. Вот здесь наверняка, в какой-нибудь из бочечек. Вот они, фаеррайты. Такс. На чем мы остановились в прошлый раз? Ну, тут мы это генерируем энергию, чтобы она у нас была. Мы остановились в прошлый раз на том, что у меня могло не хватить кристальчиков. Вообще-то у меня их 256, но это вот этих вот кристальчиков. А какие мне еще нужны кристаллы? Зараза. Какие еще кристальчики мне нужны? Надо в Elemental Craft идти. Синенькие нужны. Значит, надо производить синенькие кристальчики. А где? А где мы производим какие кристальчики? Мы здесь вообще ничего не производим, насколько я вижу. Нужно взять... А действительно, нигде ничего не производим. Так, мод называется Elemental Craft. Нам нужны... Что такое аэросилка? У меня до черта. В принципе, у меня есть 52 пьюр кристалла. Мне вообще-то хватит. Почему колесико не крутится? Потому что это максимальное количество всего того, что у меня есть. Но я все-таки взял бы Elemental Infuser, взял бы стек. Даже несколько стеков кристаллов. Красненький, синенький, желтенький, зелененьких мало. Вообще, на самом деле, всего мало. Взял бы хоппер.
и произвел бы себе еще немножечко кристальчиков. Для этого нужно, конечно, еще одну такую машину сделать. Ну, такую вот. Но, черт возьми. А каких мы синеньких берем, да? А почему? А потому что я тут не включил. Да, банки пустые, потому что я забыл включить высасывание маны из вот этих штуковин. Да. Так, ну, вроде нормально, вроде бы мана появляется. Ставим это сюда. Ух ты, как я умею ставить это сюда. Процесс пошел, мне нужна еще одна машинка. Если я ее вообще когда-то делал, которая умеет вытаскивать предметы. Дело в том, что, кажется, я ее делал. Но, с другой стороны, кажется, я ее куда-то задевал. Забыл, потерял или еще что-то такое. Как она называлась? Да, Instrumental Output Retriever. Сможем себе сделать? Все, у меня все кончилось. Так, и мне нужен данк, потому что всякое барахло у меня, конечно, в данке. Вот такое барахло. Можно прям вот так поставить, потому что... Так, вот это забрать, это сюда пихнуть. И процесс пошел. Для того, чтобы утроить этот процесс, мне, наверное, придется сделать еще парочку вот этих вот инфьюзеров. А я могу себе это позволить сделать. А сделать себе парочку вот этих я не смогу, потому что надо... Потому что надо заняться элементал биндингом, и это не так просто. Это даже сложнее, чем делать фаерит. Товарищ крыса, вы, скорее всего, в этом процессе будете принимать участие. Так, это есть. Это сюда. Скорее всего, мне придется это сделать руками. Ну, очень сложная, очень... Ой, все так, ширин, оказывается, бывает. Очень сложная история с производством этого алоя. Потому что тут 4 ингредиента, а еще нужны эйр-кристаллы, которых нету. Что как бы намекает на то, что Ваня-то запустил производство не того барахла. Нам нужно было производить фаер-кристаллы, к сожалению. А есть ли у меня где-нибудь хопперы, которые можно прямо так легко брать? Есть. Так, сюда нужен инфьюзер. Хоппер. Вот эта дура. И к ней бочечка. К сожалению, мне нужно производство фаер-кристаллов для начала начать. То есть это эйр-кристаллов. А потом уже производить все остальное барахло. Вопрос. Что может крыса? Может ли крыса... Допустим, я здесь вот... ну, на самом деле, что я мучаюсь? Да, давайте мы посадим крысу. Нет, так не получится. Вот это придется поставить вот так. Очень аккуратненько. Так, а вот теперь можно сажать крысу. Она не там сидит. Она сидит на вытаскивалке. Или на хоппере вообще. Крыса, ты должна сидеть на... В этой машине, да. Ну как? Ну, я бы не сказал, что очень супер. Хотя, ну, процесс идет. Так, ладно, у меня есть 10 кристаллов. А крыса, кстати, шустренькая. А пока у меня производятся здесь кристаллы, я успею произвести несколько вот этих самых фаеритов. То есть свифталоев. Золото, дренчен айрон. Дренчен айрона может не хватить. И редстоун. Пока я тыкал сюда руками, ну, кстати, довольно быстрый процесс, я подумал, что это вообще-то автоматизируется. Но для полной автоматизации нужно убедиться, что в баночке под вот этой штуковиной достаточно маны, чтобы произошло заклинание. Поэтому мы возьмем тупо компаратор и посмотрим, вдруг эти баночки работают с компараторами. Потому что если да, то почему бы и нет? А они, кажется...
Да, работает, он пятнашечку рисует. Шикарно. То есть мы можем на самом деле автоматизировать процесс производства, например, вот этой бурды. А как мы это будем делать? Ну, вот это понятно, что вот это удаляет. Мне нужно смотреть, есть ли что-то в инвентаре передо мной, и есть ли у меня 15-й редстоун в банке. Все остальное сделать черепашка. Хорошая идея, хорошая. Мне, кстати, нравится. Ой, отдайте нам эти кристальчики, они нам потребуются для производства разного полезного. Ну, ладно, пока мне нужно сделать два... Эй, штука. Я золото не запихнул. О, вот так-то лучше. Пока что мне нужно сделать две вытаскивательные трубы, для того, чтобы вытаскивать отсюда и отсюда. И мне нужно сделать... Здесь у меня инфьюзер уже стоит. И поставить инфьюзер сюда к нему. А куда? Я только что держал в руках кучу хопперов. Так. Хоппер сюда. Этот хоппер здесь плохо стоит. Сюда не сажается крыса. Но крысу я сажать, наверное, не буду. Но поставить хоппер правильно все-таки хочется. Так, а здесь у меня кристальчики. Есть. Теперь мне нужно сделать из элементов крафта вытаскивательные трубы. Где они? Ой, тут... А, это, собственно, они и есть. Раз. Как быстро кончаются ингредиенты, а? Ты ж смотри. Так-с. Мне нужна еще парабочек. Парабочечек. И я, в принципе, запустил производство необходимых мне кристаллов. Ура, товарищи! Это бессмысленная победа сил добра над силами разума. Идет. Так, та же самая история здесь. Недешево. Ну, вообще, на самом деле, довольно быстро сделал. Так, ну и, собственно, кристальчики, которых у меня довольно много. Это все нам пригодится. Конечно, нам еще фаер-кристаллы пригодятся. Черт, а мне пригодятся фаер-кристаллы. Так, вот это тогда мы не тратим, потому что... А как забрать? О, вот так забрать. Потому что мне хватит мощности одной ноды. Не хватит мощности одной ноды, все-таки полетаю, поищу. Воздушные производятся, что мне нужно? Мне нужно сделать последнюю такую штуковину. Угу. И попроизводить фаер-кристаллов. А где я их тут буду производить? Он на этой штуке я, видимо, их буду производить. Сюда, наоборот, жижа вливается. Но у меня нету... Опять ничего нету. Инфьюзера. Так, и инфьюзер. Вот. Теперь у меня производятся все типы кристальчиков. Очень интересно, почему она... Ну, ладно, на самом деле сейчас сюда нальется. Я ж тут высасываю из двух нот. Так, сюда вот это. Сюда вот это. И, в принципе, мы подготовились к производству. Но потихонечку... Кстати, можно было бы поставить эту бочку рядышком и все сюда сливать. Но зачем? Так, процесс пошел. Где у меня крыса? Крыса у меня производит вот эти воздушные кристальчики. Ну, сделаем себе еще немножко. Хотя не будем делать, будем продолжать развлекаться. Так-с. Я хотел посмотреть на то, что у меня происходит с силфами. Мало антиматерии. Надо сильно больше. Что у меня происходит с силфами? Я хотел бы взять файберы. Вот эти вот бриллиант файберы. И заразить вот эту листву. Вдруг получится.
ну, если получится, то Силф у меня будет на халяву собирать всякое вкусное. А что тут дают? А тут дают не самые интересные вещи. Так, хорошо. Мы сюда вернемся потом. Силфы работают. Это выключено. Этот добывает мне... Это, по-моему, последнее место, где надо что-то добывать. Или же мне надо пройтись вот по вот этим чанкам. Чтобы я помнил. Ну, по этим я и точно не проходился. А, да, я здесь не проходился. Надо перетащить экскаваторы сюда будет. Это тоже что-то ничего не добывает, потому что тут тоже что-то как-то все кончилось. Давайте все-таки предварительно проверим, что у меня здесь может быть. Для этого все-таки нужен поинт, конечно. Где моя машинка для проверяния? Вот она. От чего мы ее будем запитывать? К сожалению, запитывалка моих карманов не запитывает вот эти машинки из-за иммерсива. Что очень печально. Было бы классно, если бы запитывала. Так, поинт. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, тут у нас есть редстончик. Окей. Shift-клик. Синанбар. Sample taken. No fluid reservoir. Окей, хорошо. Если у нас тут так все хорошо, то мы можем притащить сюда. Если у меня... Да, в copy-paste гаджете. Что у меня в copy-paste гаджете? Copy-paste гаджет надо настраивать. Жуткая история. Copy-paste гаджет у меня пустой. Ну, на самом деле, это не очень страшно. Нам достаточно всего лишь скопипейстить уже готовый экскаватор. Типа клик, shift-клик, и готово. Copy it. Раздолбать красаву. И перетащить его сюда. Опаньки. А она его не строит. Template build. Да вы чё? Да вы чё? Копия. С лампочки. По лампочку. Area copied. Скопировалась вот эта трава. А почему не скопировался экскаватор? Хорошо. У меня есть подозрение, что я знаю, как это лечить. Для начала его надо сломать. Так, здесь все чистенько, здесь все чистенько. Сломали. Ой, а что это был за блок-то? Это был вот такой же, это, видимо, был shoot metal. Сейчас придется исследовать, правильно ли я его собрал. Нет, ну вот это явно block of steel. А, это я помню. Он включится вообще? Так, для того, чтобы проверить, включится ли наш экскаватор. Привет! Нам придется его все-таки собрать обратно. Так, для этого нам нужно взять молоток. Молоток у меня не здесь, да? Окей. Молоток. Как-то очень много разнообразных палочек и штуковинок у меня теперь появилось. Придется все-таки Morphing Tool использовать. Вдруг поможет. Где молоток-то? Вот он. Красава. Так, его надо вот сюда или... Да, правильно все сделал. Вот это вот кусок шитметала. Так, это у нас кусок шитметала. Стоп. А давайте воспользуемся... У меня же был где-то темплейт. Чего я мучаюсь? Это у нас что? Это SPS. А где еще у нас могут быть? Здесь темплейтов нет, но здесь есть бэкпэк. В этом бэкпэке может быть. Да, экскаватор. Экскаватор. Машинка-то где? В building gadget, то есть в copy-paste gadget, мы засовываем template и делаем load. Теперь здесь внутри экскаватор.
который требует все то, что нужно. Единственное, что ему нужно немножечко какого-то стоуна. У меня это в карму. Стоп, это не тут должно быть. Должно быть тут. Арчмейдж спелбук, черт возьми. Можно его проапгрейдить. Его можно заэнчантить. Угу. Это у нас Orb of Temporary Flight. Это рыбы какие-то из пневматик крафта. Рыбы из пневматик крафта, черт возьми. Так, хорошо. Хорошо, убираем темплейты. Обратно в сумочку, сумочку прячем. Пока я не забыл, надо сделать Morphin Tool. О боже, пока я не забыл, надо почистить свои закромородины. Такс, Morphing Tool. Не, не здесь. Здесь так не работает. Вот здесь так сработает. Morphing, нет. Да, во. Morphing Tool. Давайте, как оно работает. Нет, не работает. Shift-клик. Морфоту. Как все сложно.